Я в роли дедушки. Дедушка, можешь помочь мне с проектом по истории? Он про мемы. Я знал, что однажды мне это пригодится. Ой, это я на пенсии. Ложиться поздно? Уи! Вставать рано? Нет. Как же не хочется идти на работу? Что ж, один прогул ничего не изменит. А где второй? Что ж, один прогул ничего не изменит. И правда. Отлично, я на месте по тренировке камуфляжа. Где он, блин? Бу! А, черт! Ага, я самый скрытный. Да, как скажешь. Ты не видел АМХ-40? Того французика, наверное, еще едет. Ля-кря... Я же сказала, что я тебя найду. Это супружеский долг. Не откусывай мне голову, пожалуйста. Да, у богомолов там все сложно. Быстрее, нам нельзя опоздать. Чувак, если бы мы поменялись местами... Нет времени, мы опаздываем. Блин. Милота и милота через время. Лись-лись, попрыгушки на ручке, лежание на груди. Да. Главное в еде – это подача. Вот ваша еда, сыр. А, чё это такое? Ща что-то с этим сделаем. О, идея! Здравствуйте, мистер, я ваша еда. Да, так вкуснее. Расскажите о своем героическом задержании. Нарушитель на своем авто проехал на красный свет, и чтобы он не подвергал опасности окружающих, я погнался за ним. В итоге, спустя час, мне удалось его задержать. Но нарушитель в попытке уйти от погони доставил еще больше проблем. Плюс в это время вы сами нарушали те же правила ПДД, а значит, удвоили количество нарушений. Ну? Значит, вы признались, что после начала погони вы подвергали граждан еще большей опасности, чем до нее? Да, но... Свиньи поганые! Но это немного не так работает, ну ладно. К тому же полицейский, когда даже если нарушает правила при задержании, он же не дает преступнику потом впоследствии совершать еще больше правонарушений, так что все в порядке. Силя просто спит. Пикси. Только рюмка водки на столе. Пикси прямо сейчас у меня под дверью подвывает. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка угарнейших комиксов с сайта mimosk.ru. Переходите по ссылочке в описании на сайт mimosk.ru, регистрируйтесь, публикуйте свои мемасы и участвуйте в мем-баттлах. Ну а теперь поехали. В чем смысл вселенной? Ой, что-то я задумалась. Как я сижу за кем-то? Ить, сидит. Как другие сидят за мной? Опа, прыг, тих, бух. Нет, я воскресну, я отомщу тебе, монстр. За незаконную вырубку леса вы приговариваетесь к тюремному заключению сроком на 4 года. Дело объявляется закрытым. Удачи в тюряге, урод. Я, мысли про будущее, бессонница. О нет, расти, большой малыш. Скоро я буду так же высоко, как и ты. Еще чего. Совет принял решение. Ты будешь изгнан в другое измерение и никогда не вернешься. Ладно, я уйду, но помяните мои слова. Я захвачу другое измерение и сделаю всех своими слугами. И тогда я вернусь. А изгнание точно необходимо? Да, потому что, во-первых, он козел, а во-вторых, он просто не вписывается. Совет Тетрис. Ходить в туалет с котом. Мыть руки с котом. Готовить с котом. Сидеть в интернете с котом. Главное самому при этом не быть с котом, если вы понимаете, о чем я. Кем будешь на Хэллоуин? А я уже в костюме. Так жарко в нем. Вы знаете, зачем мы собрали семейный совет? Потому что вы продолжаете играть в эту дурацкую новую игру. Красный и очень подозрительный. Что? Что это вообще значит? Шутки про Among Us в 2024-м, актуалочка. Сынок, сходи за молоком. Волшебное слово. Интернет отключу. Уже бегу, мамуня. Нет, мы делим X на 2, попробуй еще раз. Получилось S. Ну, наверное, правильно. Это когда в JavaScript строковую переменную делишь на 2 вместо числовой. Ну, короче, ладно.
Когда живешь в фильме ужасов, ко всему привыкаешь. Эх, сегодня будет прекрасный день. Доброе утро, подкроватное чудище. Доброе утро, орущий ужас в зеркале. О, как много сегодня зубов в хрустяшках. А эта фигня на кухне неплохо разрослась. Что ж, а теперь к проктологу. Мстители, к бою! Ить, чпоньк! Эй, это не та вселенная. И почему это у котов 9 жизней, а у людей всего одна? Вот только не надо строить мне глазки, со мной это точно не про... Ладно, кого я обманываю? Твой кот ест у тебя из тарелки. И что, можешь подвинуть кота? Он спит. О, мои котята, я скоро найду для вас хороших хозяев. Несколько лет спустя. Ого, посмотрите на того крутого чувака с татуировками вон там. Так круто! Да, я крутой. 911, что случилось? Эти парни, они схватили меня на улице и посадили в свою машину, а теперь они пытаются запереть меня. Хорошо, сэр, вам известно ваше местоположение. Дальше по коридору. Вы не можете использовать телефонный звонок в таких целях. Кажется, люди называют эту традицию Рождество. Вау. Я знал, что ей понравится. Жемчуг, ты же знаешь, что в коробку надо класть подарок, да? Как на самом деле работает кофе. Эй, давай работай. Еще 5 минуточек. Посоветуйте яд для мышей, который не навредит собакам. Вот. Мама. А, я тебя люблю даже когда не вижу. О, дорогая. А знаю, что я не вижу прямо сейчас. Шоколад! Вселенная знает. Я не понимаю, что происходит, зачем я здесь, где искать ответы? Что мне нужно, чтобы наладить свою жизнь? Может попросить ответа у Вселенной? О, Вселенная, ответь, что мне нужно. Мозги! Волк, которого ты кормишь. Внутри каждого из нас живут 2 волка. Добро белый и черный зло. Побеждает тот, кого ты кормишь. Лень. Кутяй, кутяй. Ах, я так быстро сгорю. Это мне поможет. Крем от солнца. Мне говорили, что крем очень сильный, но я не думала, что прямо настолько. Очень жизненно. Меня часто спрашивают, как ты все успеваешь. Так вот, мой секрет прост. Ни хрена я не успеваю. Вот так нас Бог создавал. Человечество. Все готово. Осталось только запечь. Надеюсь, ничего не забыл. Порядочность. Ололош, почему тебя не было в школе 4 дня? Дышь и справка. Окей, садись. Эй, спишь? Да, заткнись. Выдры держат друг друга за лапки во время сна, чтобы не потеряться. О, как это мило. Кусь! Эй! Ауч! Проверка. Так, утюг выключен. Подтверждаю. Плита выключена. Подтверждаю. Вода выключена. Подтверждаю. Ты ведь тоже уже не помнишь, все ли мы проверили? Подтверждаю. Коротко о моей любви к еде. Я съель. Ты ведь такая кроха, как в тебя все влезло? Не знаю, просто вкусно. В магазине. У вас трусы есть? Нет. А в продаже? Когда мой кот хочет внимания. Мяу, 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 мяу. Когда я хочу потискать кота. Мяу. Чтобы стать членом нашей команды, самое главное, не бойтесь призраков. Вы уверены, что подойдете для этого? Думаю, да. О, это же, по-моему, как раз команда, которая боится призраков. У голубей такая скучная жизнь. Сейчас поедят, а потом что, спать? Эй, что ты там делаешь? Пошли в кафешку, а потом завалимся спать. Что? Мне нравится, как там спящего голубя нарисовали. Ну, голуби не совсем так спят. Он больше на дохлого похож. Игрокот. Так, ты вправду втянулся в Майнкрафт, да? Да, он великолепен. Я построил гигантский замок. Создал портал и отправился в Нижний мир. Я даже победил дракона Края. Теперь же я собираюсь выполнить самое сложное испытание, которое может предложить эта игра. А какое испытание? Сохранить жителей в живых. Мой стих-комикс. Дверь с ноги, ворота слома. Вот он сбор металлолома. Чебурашка, ты ел какие-то неправильные апельсины. Когда мемы про шизу и дурку зашли слишком далеко. Кого это ты шизофреником назвал?
Я, искавшая еду, дошик, который лежит с января. У меня всегда в шкафу на кухне лежит пару пачек дошек, а для того, чтобы, если вдруг среди ночи когда-нибудь мне захочется обожраться как свинья дошиком, я это сделал и ни о чем не жалел. Расписание. Физ. Ура, 5 уроков физры. Это физика. Не ура. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал и чекайте все ссылочки в описании. Переходите на сайт mimosk.ru, регистрируйтесь, публикуйте свои мемасы и участвуйте в мем-баттлах. И возможно именно ваш мем попадет в подборку на следующей неделе. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.